Белгородцы вновь стали посетителями виртуального концертного зала. Сегодня, в день рождения Петра Ильича Чайковского, в Институте искусств и культуры состоялась прямая трансляция специальной концертной программы в честь 175-летия великого русского композитора. На сцене Московского концертного зала имени Чайковского выдающийся российский пианист Денис Мацуев в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнил все фортепианные концерты Чайковского. Благодаря интернет-трансляции слушателями концерта стали поклонники классической музыки всего мира. В нашем регионе, помимо жителей областного центра, выступления легендарного пианиста наблюдали и в Шебекинском культурном центре. Уже к концу года возможность посетить виртуальный концерт появится и у жителей других районов Белгородщины. Виртуальные концертные залы, за ними будущее. Не каждый человек может позволить себе приехать в концертный зал филармонии и послушать музыку. А вот подобный способ решения проблемы видится нам весьма актуальным и современным. Виртуальный концертный зал даст большую возможность людям в отдаленных селах области услышать и увидеть крупнейших виртуозов современности.